Память об великой женщине. У Гомельским палацово-парковым ансамбле высадили новый гатунок бэзу под названием «Княгиня Ірина». У 2016 году его вывели у Центральном ботаничном саде Национальной академии наук. Праз 3 года молодые рослины привезли у Гомель. 3 саженцы разместили под окнами былых покоев Ірины Паськевич. Меркуючи по фотографиях, ранее там так само росли кусты безу. Ірина Івановна Паськевич Рыванская была опошней господиней гомельского майонтка. Сегодня жыхары областного центра с теплынёй и повагой вспоминают яе доброчинную деятельность. За власные сродки княгиня организовала у городе установы адукации и аховы здоровья, подтрымливала талиновитых людей и допомагала бедным. Особа княгини знайшла адлюстрование и у присвеченным ёй гатунку безу. Кветки гэтак жа широко расчынены до миру, як была открыта сердцем до людей Ірына Паськевич. При этом суквецці объединяло как простые кветочки, так и махристые и паумахристые. Ботанический сад – это огромная коллекция растений. На нашей территории 10 тысяч растений, видов, таксонов. В том числе коллекция сирени, которая представляет 10-ю часть мирового ассортимента. То есть если в мире 2000 с лишним сортов, у нас 200 сортов. И представлено широко все гаммы. Но тем не менее розовой сирени в этой гамме не так много. Много лиловых. Простых 60%, а вот более таких как бы изысканных оттенков нет, там чаще всего завернутые лепесточки. Вот у нее все сердцевинки открыты. Когда я попала в сиренгарий, и когда там цвело более 100, как я насчитала, видов этой сирени, сортов сирени, я ехала и думала, что наш Гомель должен приобрести тоже сиренгарий. Наши люди, которые не имеют возможности поехать в Центральный ботанический сад в Минск, они должны прийти на набережную реки Исош, и там их будет ожидать 200 кустов сирени. Вот, поэтому эта идея воплотилась. Символично, что посадка нового гатунку супала с Международным днем безу 18 мая и стала выдатным подарунком до 100-годия музея палацово-паркового ансамбля.